Телеканал КРТ представляє. От з вашої точки зору, дієти, вони понижують імунітет? Це добре? Це можна використовувати у разі, якщо зараз у нас там епідемія, карантин і таке інше? Обов'язково треба придержуватися правильного питання. Без правильного питання ніякого імунітету не буде. Вот. А імунітет залежить від дієти з грецького в переводі, знаєте, це образ життя. Образ жизни подразумевает, естественно, и правильное питание, и образ жизни сам по себе, то есть движение, очищение организма. Вот, все это в одном слове диета, вот это, вот из трех частей все это состоит. Вот, поэтому сейчас вот как раз я с религиозной стороны, сейчас Великий пост, да. Вот. Во время великих постов обычно бывают эпидемии гриппа и других разных болезней. Поэтому нужно придерживаться постов. Это не говорит о том, что там голодать и все остальное прочее. Нет, конечно. Но укрепляется иммунитет еще, например, при правильном питании. Намного. Потому что много есть пищи, которая именно укрепляет иммунитет. Это свежевыжатые соки. Это овощи, фрукты, которые именно укрепляют иммунитет. Очень плохо употреблять, я имею в виду, это имеется в виду и пост, это имеется вообще правильный образ жизни, то есть весной особенно. Человека, почему эпидемии разные происходят? Потому что люди себя именно грузят тяжелой пищей. Много белков, белки смешивают с углеводами, что никогда нельзя делать. Поэтому в организме повышается слизь, знаете. Слизеобразующие есть продукты, такие как красное мясо, очень сильно повышает. Вот, у людей начинают, как говорится, и сопли, и уши, и все остальное прочее. Тобто, якщо я правильно розумію, тобто, якщо сидіти на дієтах, там, себе в чомусь обмежувати дуже сильно, це все ж таки негативно більше, це, чи позитивно? Тобто, завжди позитивно буде. Завжди позитивно. Люди, які дотримуються постів, так, вони завжди здорові, можу вам зразу сказати. Постних днів всього лиш, це є 4 великих поста, є 2 рази в неділю пост. Тобто, раніше при совєтській власті, якщо пам'ятаєте, там були рибні дні, да? Вторник, четвер. Тобто, освобождались люди від тяжкої пищі, яку регулярно кушать, крім того, що заслуковується організм, нічого хорошого з цього не виходить. А це яка, з вашої точки зору? Красне м'ясо, раз. Это красное мясо, красное мясо это свинина, телятина, говядина, там. Баранина. Это, вот все. Птица, рыба это не считается мясом вообще, можно так сказать. Это, у нас говорят, вот мясо курицы, мясо рыбы это не мясо. Это просто птица, это рыба. То есть средиземноморское, например, питание с древних времен. У них чем вот их пища отличается от многих народов, там, можно сказать, и нашего, там, и других там. Которые на севере дальше, то есть больше кушают именно пищи белковой. Я могу сказать, что многие люди у нас, это вот, например, кушают мясо по 3 раза в день, есть такое. А белка всего нужно человеку в день, согласно Всемирной организации здравоохранения, 40 грамм белка. 40 грамм белка можно получить из растительной пищи, из птицы, рыбы и так далее. А вот употреблять все время красное мясо, в котором очень много белка, но он не усваивается весь все равно организма, зашлаковывает организм, сгущается кровь, начинается много разных проблем из этого, естественно, это вот, сосуды страдают. Это ну, потому, что червоное мясо, так разумеется, основное. Да, основные раз. После красного мяса можно отнести вот... Вообще 4 есть это вот основных группы, которые именно образуют, плохо усваиваются организмом. А другое дело, что они это вот, зашлаковывают организм, засоряются. Вот это молоко, молочные продукты.
То есть все, что связано, я говорю, с молоком, только в чистом виде. Кисломолочные продукты – это да. Кисломолочный сыр – да. Вот. Твердые сыры – это да, это хорошо, это большое содержание кальция. Но само молоко, оно у 93% населения планеты не усваивается вообще. А еще если оно кипяченое, так там только казеин, и больше ничего хорошего нет. Казеин, вы знаете, ну, что это самый крепкий так, клей, да? Перша група, а друга, третя, четверта? Это ну, мясо. Первое молоко, мясо, молоко, это еще в эту третий пункт, можно так сказать, входит хлеб, дрожжевой хлеб, который, кстати, в древние времена вообще не использовали. Придумали дрожжи, кстати, и нам по-дружески отправили это вот фашистская Германия. Это были созданы специально дрожжи, чтобы наоборот это вот, то есть Советский Союз это вот, помочь ему еще перед войной же это было, когда дружеские отношения были с Германией. Вот. Отправили нам, чтобы, вроде как, Советский Союз туда посылал зерно, а от Германии присылали дрожжи, вот, сказали, вот это лучшее средство для выпечки хлеба. И если вы, ну так, старую хронику посмотреть, довоенную, как там на парадах физкультурники идут, и все одинаковые формы, знаете, вот. Все, это очень сильно, это вот, во-первых, шло мало зерна, больше было там, ну, в те времена вообще дрожжи очень сильно там кидали туда. И этот хлеб практически состоял из дрожжей, даже запах от них такой был. Вот поэтому люди все начинали, что такое дрожжи? Это грибок, это тоже очень вредно, потому что у людей, когда начинают, знаете, ногти цвести и все остальное прочее, болезни ногтей, на ногах, на руках, это все внутри, это этот грибок. Вывести его очень тяжело, а люди еще постоянно потребляют дрожжевой хлеб там, и другие дрожжевые продукты, они постоянно питают эти грибки, и эти колонии грибов расширяются и развиваются. Там. Ну, зрозуміло, да. Зрозуміло. И четвертый пункт – это этанол, то есть спирт, который дистиллированный, вот, который не усваивается организмом никогда. Тоже слезообразующие, люди, употребляя именно этанол, тоже из-за этого страдают. Потому что лишняя слизь в организме, это все потом проявляется, я говорю, что... Яким чином вона повинна виходити, правильно? Да, 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 да. И, ну, в общем, вживати алкогольні напої на карантині не рекомендується. Ні, вживати можна, обов'язково треба, так сказати. Организм человека сам вырабатывает алкоголь, вот, причем 40-градусный именно. В свое время Менделеев определил, что у человека для дезинфекции организма сам организм вырабатывает алкоголь. Поэтому немного. Ну, таких... я, в принципе, совсем не вживаю алкоголя, никому не рекомендую, але все ж таки, если это ваша точка зору, в разумных количествах.